С вами программа 300 секунд. Английские исследователи Мухаммед Амир Али и доктор Леонардус Ариев из университета Ньюкасл опубликовали статью, как можно, в принципе, не очень сложно подбирать, угадывать номера кредитных карточек Visa, их CVV-коды и так далее. И пользоваться этой информацией в разных целях. Хакер из компании Microsoft Itai Grady создал утилиту под названием Samaritan. Это скрипт, который усиливает безопасность Windows 10 и Windows сервера, что усложняет, там, харденит машины с Windows 10 и Windows Server 2016, который усложняет поиск и разведку на Windows компьютерах, то есть позволяет, усложняет в кражу Windows credentials и компрометировать компьютеры эти становится сложнее. Значит, опубликована статья интересная исследователем Троем Хантом, в которой он рассказывает недавнюю историю, как по ошибке случайно он смог получить информацию в медицинских файлах 43 тысяч граждан Индии у компании, которая занимается предоставлением медицинских услуг. И он пытался с этой компанией связаться очень долго. И вот что из этого получилось, и какой ответ ему был, целая статья написана, можно почитать. Интересный доклад тоже исследователи Бирмингемского университета опубликовали и университетской больницы Гаст-Изберг о безопасности в вживляемых кардиофибрилляторах. Как можно с помощью USRP или там какого-то софтового радио, SDR-радио, взломать кардиофибриллятор и на самом деле причинить смертельный урон ее носителю. С прошлой среды вступил в силу правило 41 федеральных правил криминальных процедур Министерства юстиции США, что расширяет значительно права и возможности ФБР взламывать компьютеры за пределами юрисдикции США. С вами была программа 300 секунд. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал. Спасибо.